для обоих бойцов. Оба дебютант лиги. Стойкий левши у нас работает Уланбек. Вчера немножко закусились на стердауне. Да, было дело. Первая попытка борьбы, да, я так понял. Вот Джалилова. Лоу-кик. Не торопится, на самом деле, Аббасов. Хорошо, прям зашел в серию. Отлично. О, есть ощущение, что Аббасов сейчас попробует побороться. Наглядно. Да, вот она и первая попытка побороться. И без особых проблем, я так понимаю, все-таки оформляет перевод. Даже, знаешь, включает ноги. Не маскировал, да, это ничего, просто пошел в ноги. Попытался сейчас две ноги отключить. На самом деле он... Когда такая позиция, спешить не нужно. Не обратил внимание, что Аббасов-то провел-то всего лишь один поединок профессионал. Встал на ноги сейчас. Джалила. Первая попытка закрыть удушающий. Нет, руку контролирует своего оппонента Джалила. Да, особенно вот ноги, да, он грузит очень хорошо. И даже если... Все-таки Аббасов сам решил отказаться от бэкмаунта. Как он это филигранно просто делает. Да, и все равно забирает спину. Да, контроль за ним в любом случае опять сейчас может оказаться в бэкмаунте. Отлично. Мы возвращаемся опять к этой же позиции. Просто Аббасов решил передохнуть на самом деле. Только и всего. Окей. Ну, у Аббасова, кстати, могут ноги забиться в этом положении. Особенно, когда оппонент стоит на ногах. Пропускаешь ты удары. Да, кстати, кроме контроля кисти, каких-то активных действий именно от крылского бойца мы не видим. Есть ощущение, что он даже сам не понимает, как здесь развернуть оппонента, что такого сделать. Ну что, все готовы, начинаем второй раунд. Уланбек Джалилов, Усман Аббасов. Нужно отыгрываться, конечно, и сам пошел. Уланбек, хорошая задумка, оверхенд, проход ноги, но вот... Выход на плечах колена. Попытался. Да, и плотно сейчас захват, даже, наверное, не удушающая. Ущемление подбородка происходит. Да, подключил голову очень плотно. Сдается. Уланбек Джалилов. Усман Аббасов поддерживает досрочную победу во втором раунде. 52 seconds of round number 2. Winner by submission, fighter of the blue corner, Усман Игорь Аббасов.